сеть, сеть паутины, в каютах покой и уют. На рейде стоит караван, и, как завершение картины, апрель, бухающий льдины, проходит от юта на бак. На рейде стоит караван, и, как завершение картины, апрель, набухающий льдины, проходит от юта на бак. В Авачинской бухте апреля на север ушли ледоколы, в края, где при бойне околот рыбацкое дело табак. Там сутками кружит метель, там небо полярного полок, там летит отрезвляющий холод, проходит от юта на бак. Там сутками кружит метель, там небо полярного полок, там летит отрезвляющий холод, проходит от юта на бак. На Вачинской бухте весна, а впрочем, мы скажем иначе. Поверь, возвратятся Авача в родные края корабли. Камчатского солнца блесна сверкнет сквозь усталые мачты. Желаю тепла и удачи всем жителям этой земли. Камчатского солнца блесна сверкнет сквозь усталые мачты. Желаю тепла и удачи всем жителям этой земли. Спасибо. Ну а сейчас немножко поживее. Александр Суханов. За прорывом синим, за горой крутой, остров опрокинул во море край земной. Здесь за синей бездной, за долиной гор, бурое облако медленно плывет и качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, и шумит, разливаясь волна, пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые кусты, не качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, и шумит, разливаясь волна, пей до дна, пей до дна. Непременно выйду в море на заре, потеряв из виду призрак на скале. Будут надо мною волны хохотать, падая стеною и извясь опять. Пусть уносит меня теплоход на закат, на восход. Пусть шумит, разливаясь волна, пей до дна, пей до дна. Пусть уносит меня теплоход на закат, на восход. Пусть шумит, разливаясь волна, чтобы этому клубу было суждено долгое плавание. Спасибо. Еще! Можно? На бис. Ну, знаете, вот еще... давайте, наверное, для снижения пафоса я спою шуточную песню, которую написал саратовский автор Олег Рябов. Песня называется «Царевна лягушка». Сижу, как царевна лягушка, в болоте с каленой стрелою во рту. Едва не сгубила
она на излете молодую мою красоту. Какой-то придурок стреляет, не целясь, не зная, куда попадет. Методой такой лишь на чудо надеясь, он ищет жену, идиот. Ах, жилье мое, трясина и поля невдалеке. Ах, судьба моя, судьбина, мысли все о женихе. Сижу, как царевна лягушка, в болоте с двумя стрелами в зубах. Вторую стрелу я поймала в полете, и вот я о двух женихах. Я глазки, наверное, сострою, обоим проблему избранье решив. Сойдутся в дуэли они между собою, и лучше останется жив. Ах, жилье мое, трясина и поля невдалеке. Ах, судьба моя, судьбина, мысли все о женихе. Когда попадает стрела прямо в спину, тут всякое можно сказать. Но это стрелял настоящий мужчина, и всех по полету повидать. Раз в жизни бывает такое везение, в три раза превысить мечту. В награду за все мое долготерпение и веру в свою красоту. Ах, жилье мое, трясина и поля невдалеке. Ах, судьба моя, судьбина, мысли все о женихе. Тут стрелы и вовсе посыпались градом, наверное, придет целый полк. Вот это удача, вот это награда, счастливый мне выпал денек. Но вот правда немного попортили шкурку, пускай теперь шубу мне шьют. Ах, эти придурки, ах, эти придурки, ну пусть они только придут. Ах, жилье мое, трясина и поля невдалеке. Ах, судьба моя, судьбина, мысли все о женихе. Вся в стрелах, как ежик, сижу на болоте, в буквальном же смысле прикол. Девчонки, меня вы, конечно, поймете, ни один не пришел. Обманывать девушку, ох, как не ново, мужчины, вот подлый народ. Будь проклято поле сие у любого, и 1380 год. Ах, жилье мое, трясина и поля невдалеке. Ах, судьба моя, судьбина, мысли все о женихе. Ах, судьба моя, судьбина, мысли все о женихе. Владимир Ильич, сценарий на французскую кухню в Питерской книжной Бухаре. Спасибо. Спасибо, Владимир. Вы знаете, сегодня уже говорили о...